Привет всем! Мы приехали на ярмарку и сейчас пойдем смотреть. И Женя хочет мороженое. Женя хочет мороженое и хот-дог. Хочешь хот-дог? Да. Пойдем скорее. Да? Мы мажем. Да, мажем. Вот мы тут на ферме. Почему-то здесь пусто. Куда мы идем? На козочки. Козочки смотреть. А вот смотри, я вижу козочки черненькие. А смотри, как она хвост подняла. Смотри. Ой, она какает. Жень, смотри, как она какает. Папа, она какает. Да. Ты знаешь, что коза какает? Что мы кушаем, Жень? Горячее? Да. Ну, надо, оставь пока. У нас такие вот вкусные пельмешки, но они чуть горячие. Давай, накалывай. Мы пришли к альпакам, какие они хорошенькие. Жень, ты видел там альпачки? Альпачки. Альпаки ты видел там? Такие они хорошие. Пойдем посмотрим. Смотри, какие. Смотри, подойди, посмотри на меня. Как тебе нравятся они? Подходи, подходи скорее. Смотри, они в прическу прямо говорили. Что ты думаешь? Прикольные. Эй, привет! Они как... Привет! Эй, привет, друг! Он же ничего не видит, мой глаз, смотри, не видит. Ты что? Это гон. Эй! Эй, глазастый! Эй, глазастый! Глазастый! Какие они прикольные! Пойдем дальше! Ой, он хороший! Ты такого хочешь себе домой? Да. Я тоже такой хочу. Он с нами спать будет, да? Да. С нами на диване будет сидеть. И смотреть мультики. Смотреть на покатули с нами. Смотри с нами Маргет. И Маргет, я думаю, он заберет весь диван, да? Да. Что у нас там? Кроссон. Кроссон. Он вкусный? Ну-ка, дай посмотрю. Какой огромный кроссон. Ты это все съешь? Маленький обжора. Мы даже здесь нашли Hot Wheels. Женя, что это? Hot Wheels. Да. Столько разных. Hot Wheels. Да. А ты видел, там внутри еще есть? Жень, пойдем посмотрим. Сколько здесь машинок. Смотри, тут вся стенка в машинках. Иди скорее посмотри. Смотри, точно. Малибина сет. Опять филет. Малибина. Красивая, да. Пойдем посмотрим, сколько здесь много. Вау. Женя, сколько здесь машинок. Всякие. Хочешь какую-нибудь машинку? Какая-нибудь нравится? Я хочу Фидет. Здорово. Смешной, да? Даже вон золотая вижу. В фиолетовой коробке, смотри, какая-то золотая машина. Интересно, что это? Автобус какой-то. А тут даже две, да, оранжевая и черная. Спортивные, да? Для гонки. Для гонки, да, ты прав.
нашел, смотрите, рой. Так, Женя говорит, что нашел рой. Красной пожарной машины, на самом деле. Я хочу купить рой. Тут всякую одежду нашли. Во, Жень. Это мне. Это тебе. Как раз. Ну что? Или папе такие купим? И мне. И тебе. Я вижу тут разные игрушки. Я хочу найти робокар. Да, может мы найдем робокар здесь. Давай посмотрим. Я вижу там куколки. Там робокар нет у нас? Я вижу там какой-то крутой трансформер. Китайские всякие игрушки здесь. Я хочу найти здесь, где робокар. Вот это, кстати, классный. Звездные войны, миньоны. Дума больше классный. Майнкрафт. А дома больше классный это робокар. Не, было бы, конечно, круче, если могли найти робокар. Я согласна с тобой. О, нам папа не показывает. Ура, долгожданное мороженое. Большое. Она же огромная, Жень. Ты это все не съешь, даже с шоколадкой. Здорово. Ты как повезло. Вкусная? Тут настоящие пожарные машины. Здорово. Да, это не может быть. Мы нашли Роя. Вот самого настоящего. Вон красная пожарная машина. Там можно будет? Я думаю, там можно посмотреть на нее поблизко. Близко. Пойдем посмотрим. А вон я вижу канат. Тянут дети. Эта игра называется в Нидерландии Тагово. Очень популярная в школах. Тянуть канат. Команда с одной стороны, команда с другой. Смотри, там пожарники, дяди-пожарники. Вон они. Куда? Жень, ты чувствуешь воду? Я очень болею. Пойдем, пойдем. Это пожарная машина, да? Это маленькая, да? Круто! Папа шарик нашел, ура! Женя так хотел шарик. Покажи, что за шарик у тебя? Здорово! Желтый! А что там написано? Что ты там написал? Fire! А Женя говорит, там написано Fire! Пожарники там нарисованы. Мы сейчас пойдем туда. Вот это такой красивый сок с овощами. И Каролина его, да, и Каролина его очень любит. Ой, Каролина, она уже выпила много. Это ее очень любимый сок. Пойдем дальше. Вот мы нашли большой зеленый трактор. Так это же не только трактор, это же еще что? Это бульдозер? Кто это? Брунер из Робокар-Поли. Робокар-Поли зовут Брунер. Точно. Хочешь посмотреть на трактор? Поближе. Иди посмотри. Новенький такой, колеса у него. Посмотрите, какое колесо. Это колесо. У него колесо такое, что в него это влезет Женя. Жень, ты туда влезешь, в это колесо? Пойдем залезь в колесо. Давай, залазь, проверим, влезешь ты или нет. Ну это нужно сфоткать, да, папа сейчас сфотографирует. Это просто супер фотка с шариком. Это класс. Женя, скажи привет. Ой, классно как.
Пойдем на трактор залезем. Ой, смотри, что на меня приземлилось. Смотри, цикада. Какая огромная цикада. Смотри, цикада. Она улетела, улетела, испугала. Она была такая, вот такого размера цикада. Женя, трактори. Пи-пи-пи. Ну как? Там прикольно, научился уже водить. Женя, маленький бульдозер. Женя, у тебя маленький бульдозер. А, тяни. Здорово. Давай. Это мероприятие проходит за городом, поэтому здесь всякие тракторы, там фермерские животные. Хочешь на такой? Нет! Я боюсь! Боишься? Да даже я боюсь! Я ходила на такой! Страшно? Они зависли, зависли! Они будут спускаться, интересно! Смотри, этот не страшный. Но такой ты хочешь? Нет. Тоже не хочешь? Американские флот-доги я там вижу. Тут можно стрелять. Игрушки можно выиграть всякие. Вон там. Сейчас пойдем ловить рыбу. Женя, ты будешь ловить? Ты поймаешь? Там, я вижу всякие рыбки плавают. Нужно поймать. И там можно выиграть приз. Ты хочешь приз? Давай. Будем ловить сейчас рыбок. Нам нужно поймать. Готов? Готов, Женя? Ну-ка, лови, лови. Лови, лови. Помогаем. Вот он, вот он, вот он. Yes. Ура! Поймали. Здорово. Что мы? 30 поймал. 30 паундов, как это называется по-русски? 30 паундов? Нет, по-другому. Выбирай, что ты хочешь, одну из этих вещей. Вы чего? Какую? За бабу? Ты подумай, ты посмотри. Какую? Я думаю, какую ты классно. Одну хочешь? Это? А, смотри, что у тебя. Я помню, у меня была такая в России, когда я была маленькая. Здорово! Там еще всякие, вон, я вижу, крутые аттракционы. Да, там вообще не кошмар. Вон тот какой. Еще можно выиграть. А, Женя лопает шарик. Это лопает шарик, наверное. А как же он это будет кидать? А я вообще. Давай Женя кинет, он умеет. Зеленый. Папа не показывает. Это возьмем. Ура! Ой, страшный ужас. Смотри, какой зомби наверху.
Женя, смотри, какая большая. Да, это для больших детишек. Куда мы, Женя, идем? Сюда. Мы идем сюда, прыгать. Конечно. Да. Ты еще не устал? Нет. Вон, я вижу там какой. Ой, Жень, так ты смотри, тут нужно весь этот пройти. Пройти. Все, вот это, весь трек пройти надо будет. Хорошо. Ты сможешь? Да. Попробую. Попробуешь? Держи. Это было круто, да? Мы вдвоем там бегали, прыгали и катались. Ты не устал, да? Женя еще хотел. И на всякие другие аттракционы тоже. Я хочу еще. Да, я знаю. Там уже платить за каждый раз. Вот. Так что мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Пока!